Привет, друзья! Сегодня второй день нашего марафона пробуждения. Рано встаем, занимаемся практикой, пробуждаем себя, свое тело и работаем со своим намерением. Если вы еще не знаете, о чем это, то смотрите первое видео. Там я подробно рассказывала то, что на весь марафон мы задаем одно намерение, которое прорабатываем каждый день. Садимся сразу поудобно. Хотя я думаю, что я подожду минуточку. Немножко опоздала, но подожду, если кто-то появится в прямом эфире. Пока что готовимся. Располагаемся на ковриках, либо сидя на пятках, либо ноги скрестно перед собой. Глубокий, неглубокий скрест, так как вам комфортно, чтобы вы сидели ровно. Привет, привет. Будем заниматься. Усаживаемся. Достаем из себя ягодицы, седалищные кости четко у нас на коврике расположены. Выравниваем поясницу, плечи раскрываем назад, лопатки опускаем вниз и за макушкой вытягиваем себя вверх. Ладони собираем намасте перед грудью. Расслабляем мышцы лица. За макушкой вытягиваем еще больше позвоночник, выравниваемся. Глубокий вдох делаем. И плавный, медленный выдох. Приходим полностью сознанием в себя. Лишь мягкую улыбку оставляем на своем лице. Расслабляемся. И вспоминаем наше намерение, которое мы закладываем в наш марафон, в наши действия. Проговариваем его, напоминаю, в настоящем времени, так как будто бы это уже с вами происходит. Вы уже начали двигаться к своей цели, и это совершается с вами. Сам процесс, осознаем его и словами закрепляем на бессознательном. Глубокое, ровное дыхание. Чуть опускаем подбородок грудной кости и плавно открываем глаза. Аккуратненько руки выставляем перед собой и переходим на 4 точки опоры. Сегодня будет крупный вид меня, но надеюсь, всем все будет понятно. Колени на ширине тазобедренных, ладони под плечевыми суставами. С выдохом округляем позвоночник. Пробуждаем его и со вдохом уходим в прогиб, взгляд вверх, затылок тянется к копчику. Выдох, округляемся. Можно закрыть глаза, чтобы больше чувствовать свое тело, свое движение. Максимально плавное делаем. От выдоха к вдоху. Переходим из одной точки в другую. Вдох, прогнулись и выдох. Округляемся. Теперь продолжаем движение по кругу, через сторону, весь позвоночник идет. И выдох, через другую, выгибаемся вверх, еще пару круговых движений. Выдох, округляемся. И вдох, прогибаемся, меняем направление в другую сторону. Выдох, округляемся, и вдох, прогибаемся. Разминочный процесс. Делаем еще раз вдох, хорошенечко прогибаемся и с выдохом таз отправляем на пятки. В позу ребенка уходим, опускаем лоб на коврик. И не задерживаясь надолго здесь, на вдохе круглой спиной мы вырастаем вверх, вес тела подаем вперед, так как я рассказывала вчера, и начинаем медленно отжиматься узким хватом, локти вдоль туловища идут, опускаем вниз, грудь, подбородок, хвост остается наверху, аштанга намаскара. На вдохе проныриваем вперед, таз укладываем полностью вниз, сильные ягодицы. За счет мышц спины себя держим здесь, стопы приклеены к полу, бэйби кобра. Делаем вдох, еще один глубокий, чуть-чуть повыше. И с выдохом возвращаем таз на место в позу ребенка, не задерживая здесь взгляд, поднимаем между ладонями и начинаем руками ползти, ползти по нашему коврику, опускаем грудь, подбородок на коврик, так как получается. Может быть, у вас будет только лоб. Держимся здесь. Хорошо, хорошо, весь грудной отдел. Протягиваем вместе с плечами.
Привет-привет. И аккуратненько поднимаясь на локтях, возвращаемся обратно. Поза сфинкса. Опускаем таз на коврик, ягодицами толкаем его в пол. И грудь вытягиваем вперед, коврик чуть-чуть натягиваем на себя. Взгляд вверх. Вдох. Привет-привет. И выдох. Уходим обратно на пятки. С круглой спиной вырастаем вверх. Положение сидя. И отсюда поднимаемся на колени. Со вдохом раскрываем руки в сторону. Активное дыхание только через нос сейчас будет. Резкий вдох вверх. И резкий выдох вниз. Вдох. И выдох. Еще один раз. Опускаемся обратно. На вдохе поднимаемся вверх за руками, вытягиваем себя, подкручиваем сразу таз, удлинившись хорошенечко позвоночником. Правая стопа шагает вперед, выходим в положение выпада. Подкручиваем таз сильными ягодицами, толкаем его вперед, удлиняя поясницу. На вдохе вытягиваем себя вверх. Ашвасанчаланасана. Делаем вдох и с выдохом руки вытягиваем перед собой, уходим в наклон, держим свой корпус, сильные ноги. Еще один вдох, хорошенечко вытягиваем себя вперед и с выдохом ладони отправляем в пол, отшагиваем в планку, держимся здесь. На 5 дыхательных циклов согреваем наше тело, ладонями толкаемся от коврика, проверяем, что они стоят у нас под плечами. Пятки толкаем назад, подкручиваем хвост, живот собираем в одну точку. Еще дышим. 3, 2 и 1. Колени отправляем в пол. Таз на пятки. И не задерживаясь здесь, волной вдох выходим вперед, отжимаемся узким хватом. Грудь, подбородок опускаем в пол. На вдохе ныряем вперед. Бэби кобра. И выдох, возвращаем таз на пятки. Круглой спиной вырастаем вверх. Садимся на пятки и поднимаемся за руками на коленях вверх. Вдох. Подкручивая стопы, прошагиваем левой ногой вперед. Опускаемся. Сначала таз толкнули. Ладони намасте. Обязательно подкручиваем его, чтобы удлинить нашу поясницу. И опускаем вниз. Еще один вдох. И с выдохом опускаем руки сильные вперед. Наклон корпуса. Со вдохом вытягиваемся за руками еще чуть-чуть. И с выдохом отправляем руки в пол, отшагиваем в планку. Держимся здесь. 5. 4, 3, 2 и 1. Колени отправляем в пол, таз на пятки опускаем здесь. На вдохе опять пробуем ползти, ползти, ползти вперед, только грудь и подбородок пола касается, таз остается наверху над нашими коленями. И на вдохе на локтях поднимаемся вверх, опускаем таз вниз. Сфинкс. Вдох, вытягиваем грудной отдел. И с выдохом ладони ставим под плечи, выталкиваем себя обратно. Не задерживаясь здесь, круглым позвоночником вырастаем на 4 точки опоры. Остается левая на полу и правая на вдохе раскрывает нас. С выдохом ныряем в образовавшееся окошко в левую сторону, плечо стремится к полу. Вдох вверх и выдох вниз. Еще 3, 2 и 1.
Остаемся ненадолго внизу. Если получается, левую руку открываем вверх и захватываемся ей сзади за бедро. Усиливаем скрутку за счет раскрытия верхнего левого плеча. Еще один вдох. Возвращаем руку левую обратно в упор. И выдох. На вдохе возвращаемся обратно на 4 точки опоры. И левая рука раскрывается вверх. Вдох. Выдох вниз. Еще 4. 3. 2. И 1. Остаемся внизу. Задерживаемся здесь на несколько циклов. Правая рука вверх и за левое бедро скручивает нас. Плечо еще больше открываем грудным отделом. Стремимся развернуться в потолок, а таз наоборот оттянуть назад на место. И возвращаемся обратно. Вдох. И выдох. 4 точки опоры. И из этого положения мы подкручиваем стопы, ставим их теперь в упор на кончики пальчиков ног и, толкаясь хорошенечко руками от коврика, начинаем отрывать колени вверх. И выталкиваем, выталкиваем таз в собаку мордой вниз. Начинаем здесь прошагивать, чуть-чуть разминаем наш позвоночник, тазобедренные суставы. Не форсируя, приходим позу, можно чуть-чуть здесь прям поразминаться. И отсюда мы будем вытягиваться назад за правой стопой. Проверьте, чтобы ваш таз оставался закрытым. Не раскрывайте его, не разворачивайте подвздошную правую кость в сторону. Обязательно закрытый. Толкаем хорошенечко пятку на вдохе назад. И с выдохом колено подтягивая колбу, хорошенечко округляемся позвоночником, правой стопой же прошагиваем вперед между нашими ладонями. И выходим в положение верхнего выпада. Колено над пяткой 90 градусов, таз подкрученный, задняя сильная нога, вырастаем вверх. Анджаньясана. Вдох. И с выдохом опускаем корпус в диагональ. Мы уже это делали. Еще один вдох, хорошенечко вытягиваем весь позвоночник вперед за руками. И с выдохом теперь пошагиваем на передний край коврика. Складываемся здесь так, как получается. Колени могут быть присогнуты, стопы сразу вместе. На вдохе круглая спина вырастает нас вверх. Подкручиваем сразу копчик и вырастаем здесь за руками. Вдох, с выдохом мы начинаем садиться на невидимый стул. Поза энергии. Опускаем лопатки вниз, подбираем низ живота, округляем, слегка выталкиваем поясницу и садимся настолько, насколько получается. Стараемся колени не сильно выводить за проекцию больших пальцев наших стоп. Держимся здесь. Еще 3. 2. И последний выдох. Опускаемся животом вниз. Складываемся. Со вдохом. Присогните колени. Удлините ваш позвоночник. Вытягиваемся за спиной вперед. И с выдохом, опуская ладони в пол, уходим в положение планки. До выдоха. Колени в пол, вес тела чуть вперед и отжимаюсь узким ухватом, грудь, подбородок в пол. На вдохе ныряем бэби-кобра и выдох. Поза ребенка. На вторую ногу. На вдохе вырастаем вверх, 4 точки опоры, подкручиваем стопы в пол и выталкиваем таз вверх. Собака мордой вниз. Со вдохом левая стопа у нас вытягивается хорошенечко назад. Проверяем таз, закрываем его. Пару дыхательных циклов здесь. Еще сильнее вытолкните себя ладонями от коврика и вытянитесь за левой стопой. С очередным выдохом мы колено тянем. Колбу округляемся, поднимаемся на носочки и шагаем стопой между нашими ладонями. High lunge. Вдох, за руками вырастаем вверх. Подкручиваем таз и садимся так низко, как получается сейчас. Заднее бедро обязательно сильное, колено над пяткой. Вдох еще один. С выдохом руки выводим вперед
весь корпус в наклон. Еще один вдох. Тянем себя за руками и с выдохом под шаг на передний край коврика. Складываемся вниз. На вдохе. Пробуем уже с прямой спиной вырасти вверх. Вытягиваем себя за руками. Подкрученный хвост. Сильные ягодицы здесь. И с выдохом опять садимся на невидимый стул. Низ живота подтянутый. Держимся здесь. Еще 4. Опускаемся чуть ниже. 3. Ниже. 2. И совсем низко. Полностью садимся здесь на ягодицы. Поза лодки. Сидим на ягодицах. Чуть-чуть откидываем корпус назад. Придерживаем себя за голени. И вытягиваем руки вперед, ладонь смотрит на ладонь. Отрываем голени и пятки 90 градусов. А параллельно нашему полу. Держимся здесь. Поза лодки. Сильные руки. Все пальчики на стопах раскрываем в стороны и смотрим между большими пальцами наших ног. Держим фокус. Если вам легко, можно выпрямить ноги. И дальше мы уходим в позу половины лодки. Опускаем стопы 20 см над полом и поясницу укладываем в пол. Лопатки на весу, держимся здесь. 5, 4. 3, 2 и 1. На вдохе возвращаемся вверх и с выдохом уходим вниз. И так еще 4, 3, 2 и 1. Наверху оставшись, ноги скрестны перед собой. Поближе к ягодицам определяем стопы. Ладони перешагивают вперед. И мы оказываемся в планке. Колени в пол. Вес тела чуть вперед. Отжимаемся вниз. Аштанга намаскара. Вдох. Бэйби кобра. И выдох. Таз на пятки. И у нас еще один небольшой комплекс. Со вдохом вырастаем вверх на 4 точки опоры, подкручивая стопы, таз толкаем вверх. За правой стопой вытягиваемся назад. Со вдохом и с выдохом колено подтягиваем вперед. Разворачиваем таз, нашу попу в правую сторону и правую ногу толкаем вперед. Как можно дальше туда ее по полу уводим. Левая рука начинает раскрывать нас в положение упавшего треугольника. Таз толкаем еще выше здесь, настолько, насколько получается. И раскрываем больше грудной отдел, лопатками толкая его в потолок. Дышим. 3. Сильные руки, сильный кор. 2. И 1. Аккуратненько. Возвращаемся обратно и начинаем проворачиваться на левой стопе. Отшагиваем правой стопой назад. И здесь тоже выталкиваем таз максимально высоко. Камадхарасана, Wild Style. Таз как можно выше. Все так же раскрывается грудной отдел вверх в потолок. И мы вытягиваем себя в одну красивую большую дугу. Еще дышим здесь. 2. И последний дыхательный цикл. Закрываемся вниз и колено подтянув правое к колбу, прошагиваем между нашими ладонями. Вырастаем за руками вверх, вдох. И выдох. Уходим наклон. Вдох здесь. Выдох. Ладони в пол. Под шаг на передний край коврика сложились вниз. Вдох. Вырастаем за руками вверх. И выдох. Садимся на невидимый стул. Дышим еще 2. И 1. С
Складываемся вниз. Вдох удлиняем позвоночник. И выдох. А шаг в положение планку. До выдоха колени, грудь, подбородок в пол. Со вдохом ныряем бэйби кобра, лопатки вместе, грудь вперед. И выдох, поза ребенка. Не задерживаемся в ней. Круглой спиной волной. Вырастаем вверх. Подкручиваем стопки. И таз выталкиваем обратно. За левой стопой вытягиваемся назад. Закрываем таз, вдох. И с выдохом вес тела переносим вперед. Разворачиваемся на правой стопе. Тазом влево и ногу толкаем вперед. Как можно дальше? Протолкните ее по полу. Раскрываемся за счет правой нашей руки. Лопатки вместе, грудь вверх. Дышим. Еще три. Два. И один. С выдохом закрываемся обратно, подтягиваем к себе колено поближе и разворачиваясь в другую сторону на нашей стопе, через верх левой отшагивать назад. Таз толкаем вверх. Wheel style. Дышим. Три. Еще чуть-чуть осталось. Два. И один. Закрываемся с выдохом. Вперед. Колено подтягиваем поближе к груди. Округляя здесь, прошагиваем между ладонями. High lunge. Вырастаем за руками вверх, вдох. И с выдохом уходим в наклон вперед. Делаем вдох, удлиняем весь позвоночник. И с выдохом под шаг на передний край нашего коврика. Складываемся вниз. Вдох, за руками вырастаем. Вытягиваем себя вверх. И выдох. Садимся на невидимый стул. Дышим. Три. Два. И один. Складываемся полностью вниз. На вдохе взгляд поднимаем вперед. И с выдохом отшагиваем положение. Планки уже нами любимой. До выдоха колени в пол, грудь, подбородок опускаем вниз и ныряем со вдохом бэйби кобра. И выдох, таз уводим назад, на пятки садимся здесь. Разворачиваем ладонь в потолок. Тазом хорошенечко тянемся к нашим пяткам, растянув весь позвоночник. Расслабляемся. Пару мгновений. И возвращаемся обратно. Вырастаем вверх. Садимся в комфортное положение. Ноги с кресла или садимся на пятки. Как вам комфортно? Прикрываем глаза. Ладони собираем намасте перед грудью. И еще раз вспоминаем наше намерение. Проговариваем его про себя. Закрепляем глубоко-глубоко на бессознательном. Дальше мы будем просто наблюдать, как наш мир разворачивается для нас. Давайте поблагодарим наше пространство.
за все блага, которые оно нам дает, за сегодняшний прекрасный день, который нас ждет. И я хочу поблагодарить вас, друзья. Плавно открываем глаза и продолжаем наш прекрасный день с улыбкой. До завтра!